В зрелости Евгения Ханаева обрела всесоюзную славу. Но разве из-за этого она прекратила общение с единственным сыном? Причину позднего расцвета карьеры Евгении Никодроновны драматург видел в природной скромности и интеллигентности женщины, чем нередко злоупотребляли кинематографисты. Неужели так же безропотно актриса упустила свое личное счастье? 2 января исполнился 101 год со дня рождения Евгении Ханаевой. И мы вам расскажем, почему она годами прозябала в тени и не общалась со своим сыном 17 лет. В творческой атмосфере в Жене зародилось желание выступать на сцене. Вот только папа с мамой не одобрили стремление дочки. Так что сперва Ханаевой пришлось поступить на юрфак МГУ, а уже потом вырваться оттуда в Щепкинское училище и школу-студию МХАТ. Звезда работала в театре, а потом к нему добавилась работа в кино. После проходных ролей в «Человеке без паспорта» и «Монологе» Ханаева прославилась участием в розыгрыше. Впечатленный Меньшов хотел продолжить сотрудничество с актрисой, так что спустя 3 года доверил ей сыграть мать Родиона в мелодраме «Москва слезам не верит». Также в копилке звезды оказались фильмы «Старый Новый год», «Куда исчез Фоменко», «Время для размышлений» и «Блондинка за углом». Интересно, что актрисе часто доставались роли властных, эксцентричных женщин, а в картине «По семейным обстоятельствам» она сыграла Изольду Тихоновну, измучившую сына гиперопекой. За кадром же все обстояло иначе. На заре 50-х Евгения познакомилась с окончившим МГИМО Анатолием Успенским и страстно влюбилась. Семья напряглась. Успенские были выходцами из дворянства, которые впоследствии стали бухгалтерами. Не такую партию Ханаевы желали дочки. Однако после личного знакомства с будущими родственниками переживания улеглись. Влюбленные поженились, а в 53-м у них родился сын Вова. Детских воспоминаний о маме у мальчика почти не остались. Ханаева пропадала на репетициях, ну а ребенок дни напролет занимался в секции восточных единоборств. Большое влияние на наследника оказал папа, в красках расписывавший свою работу. Владимир так вдохновился этими беседами, что и сам стал доктором экономических наук и преподавателем финансового университета. Поговаривали, что актриса сняла жилье, так как не могла переехать к любовнику. После смерти своих родителей Ханаева перебралась в их высотку. Семейную квартиру покинули и Успенские, и Евгения Никодроновна, так что в итоге апартаменты были потеряны для всех. Ни Владимир, ни его мать не искали друг с другом встреч. Внутренний диалог с родительницей экономист вел, просматривая фильмы с ней. А однажды, когда Вове уже стукнуло 32, Ханаева позвонила и спросила, как он поживает. И словно не было 17 лет тишины. Успенский гадал, подняла бы актриса трубку, если бы ее не одолевала болезнь. То была даже не авария, а экстренное торможение перед светофором. На Садовом кольце Ханаева вдавила педаль в пол, и у нее резко откинулась голова назад. Жуткая боль в шее пронзила тело актрисы. Но спустя 2 недели казалось, что все прошло. На самом деле верхний шейный позвонок сместился. И через 1/2 года боль вернулась навсегда. Столь нестерпимая, что работать стало тяжело. Тогда-то знаменитость и решилась на возобновление отношений с сыном. Словно предчувствуя неизбежное. Родственники виделись 1 раз в неделю. А о прошлом не вспоминали, по негласному соглашению друг с другом. Чаще всего разговоры сводились к беседам о здоровье, звезды, лекарствах, текущих делах и любимом псе Тузике. Впрочем, с женой и детьми Владимир маму все же познакомил. Актриса отчаянно хотела вылечить травму позвоночника и перепробовала все, включая сеансы экстрасенсов. В 87-м она обратилась за помощью к известному нейрохирургу Эдуарду Канделю. Врач предупредил, что побороть боль способна лишь опасная операция. 40 неудачных исходов из 100. Но артистка была уверена, что все пройдет гладко. Хирург тоже верил в успех, и операция состоялась. Ханаева должна была прийти в себя через неделю. Но 8 ноября 1987 года жизнь 66-летней звезды оборвалась. Пришла она в результате в себя или нет, никто не знает. Все считают, что да, а я считаю, что нет. Она никого не узнавала. И меня тоже. И никак не реагировала, когда из МХАТа явилась целая делегация сообщить о том, что ей дали звание народной артистки СССР. А мама очень этого хотела. Считала, что давно заслужила. Судила по реакции зрителей в театре. Стоило ей выйти на сцену, как раздавались аплодисменты. Так что, думая, она умерла, так и не узнав, что ее желание исполнилось. Похороны организовывал я, Льва Иванова. Ни на кладбище, ни на поминках я не видел. Впрочем, народу было море.
я мог и не заметить», – резюмировал Владимир Успенский. А вы помните эту актрису? Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.